Огромное количество нелегальных мигрантов продолжает прибывать в Евросоюз. В связи с этим его руководители соберутся в четверг на второй за месяц чрезвычайный саммит. 3 недели назад они одобрили предложение Брюсселя о выделении почти 2 миллиардов евро на помощь беженцам из Сирии и о создании миллиардного фонда для Африки. Первый вице-президент Еврокомиссии посетовал на то, что средств собрано мало. Странам-членам ЕС следует откровенно это признать завтра в Европейском Совете, а потом выполнять то, что они обещали 23 сентября и на чем настаивает комиссия, сказал Франс Тиммерманс. Ее глава Жан-Клод Юнкер напомнит: «Эй, вы много говорили, пора делать дело». Разногласия могут вспыхнуть из-за несоблюдения некоторыми Дублинского соглашения. Оно требует, чтобы страна, которая первой приняла беженца, решала, нуждается ли он в защите, и заботилась о нем. Зато саммит может приветствовать создание центров регистрации прибывающих, хотя они не справляются с нынешним наплывом. Из 160 тысяч мигрантов, скопившихся в Италии и Греции, вывезено лишь пару десятков.